Ну что, всем добрый вечер. Сегодня я продолжаю Disruptor. Думаю, что я его и закончу сегодня. Я почти в этом уверен. Вот. Давайте сразу приступим к игре. И сразу скажите, как у нас со звуком обстоят дела? Надо ли прибавить что-нибудь, убавить, добавить? Сделать еще что-нибудь. Так, вводим пароль сразу. Который я предварительно записал. Теперь еще надо вспомнить. А, вот, да-да-да. Два квадрата. Круг. Эх, неправильно. Неправильно ввел пароль. Еще разочек. Это потому, что у меня кнопки на самом деле перепутаны. Настроено управление по-другому. Password accepted. Ура, товарищи. Давайте посмотрим еще заставочку. Разочек. Вспомним предыдущей серии. What do you think of the extractor? I think it's a perfect fit. You know, I remember when I requested the funds for a teleporter that looked like my office. The bean counters thought that I was just acting paranoid. Of course, once it was completed, I needed absolute secrecy. So I had them, shall we say, extracted from office. Yeah? Well, it's quite comfortable, actually. I'm thinking about getting one for the barracks. Just like your father. Disrespectful. Президент начал беситься опять. He was the only one that figured out that I was looking a lot further down the line than just being some sad sack stormer. You see, he found out that I was hunting for the orb in my spare time. Of course, when he threatened to unmask me, I had a few terrorists pay him a visit. You son of a... Чувака примотали к стулу изолентой, а он уже испугался. I'm not just going to kill you. I'm going into that precious brain of yours, and I'm going to extract that terroblast your friends at the Alliance gave you. Last action hero. I understand that the extractor can be a little disconcerting to the thought process. I'd offer you a couple of aspirin, but... Небольшая операция еще никому не повредила. По удалению ненужных зубов, мозгов и прочих частей тела. Welcome to your own worst nightmare. You might as well save us both the effort and give up without a fight. Ну что, и чё, мы опять оказываемся на этом наркоманском уровне. Могу сказать по секрету, что вместе с этим уровнем осталось пройти три уровня. Не так уж много осталось, но, судя по всему, уровни будут не самые легкие.
Так, надо мне у себя игру чуть-чуть потише сделать, а то... Чем связано название канала? Да просто взяли вот и выбрали такое название, думали... Ну, точнее, Тинамбо вот нарисовал крокодила такого, как символ, и мы решили сделать название на эту тему. Как-то так. Блин, сколько ж вас тут гамбургеры ходячие. А идеи были разные, но вот решили, что это подходит. Как-то так. Что за перс? В смысле, что за перс? Что ты имеешь в виду? И опять жизни маловато. Ты про перса в игре или про что? Да, я тебя рад тоже. Так, полечились. Идем дальше. Так я... Да, что ж такое? Как я смотрел прохождение, этот уровень всем не особо нравится, его называют каким-то наркоманским трипом. В общем-то, уровень странный, действительно. Я, конечно, понимаю, что разработчики хотели сделать как лучше. Они немножко переборщили с этим, я считаю. А, ты про крокодила спрашивал. Ну да, вот. Тинамбо нарисовал такого крокодила. Сначала рисованного, потом сделал 3D-модель. Есть тут неприятная особенность, то что через врагов нужно перепрыгивать. Они иногда блокируют путь или могут зажать с двух сторон, а в радиусе удара, мили удара, они наносят очень много урона. То есть могут зажать очень быстро, закусать, скажем так. Что за тварь такая? Чё ж ты никак не умрёшь? Полечимся. Привет, Тинамбо. Чё-то народу мало. Чё-чё? Ну ты нашёл, где спрашивать, чё я планировал. Форум создавать? У нас есть группа ВКонтакте, просто я лично считаю, что на, как сказать, на ресурсе со стримами форум бессмысленная затея, потому что обычно люди общаются в чатах, то есть на кой форум, если есть чат? Мне так почему-то кажется. То есть смысл общаться на форуме, если можно общаться вживую. Собственно, форум на Кракене об этом уже, то есть доказал уже, что людям не особо нужен форум. Давайте, помирайте, тараканы, помирайте. Скорее бы пройти этот уровень, потому что он как-то мне не очень нравится. Скажу я вам. Так, я же вроде всех убил. Откуда вы взялись?
товарищи. Ну, это он не развивается, я думаю, потому что вот потому, почему я сказал. То есть, ну. Я вообще не представляю, есть ли какие-то лайф-ресурсы, у которых развит форум сильно. Мне кажется, это, ну, то есть одно перекрывает другое. Так. Фарм-фарм. Так, подлечимся опять. О, еще что ли партия? А, нет. Я думал, что это опять западня. Это реальная мана. Можно, наверное, маной называть эту пси-энергию тут. Я думаю, никто не обидится. Я надеюсь. Вот это очень подло делать. Это ж коридор и спаун с двух сторон. Меня зажимают и... Мне особо нет выбора. Нечестно со стороны разработчиков делать такую хрень, как мне кажется. Мне кажется, форум сообщества может быть. Но в любом случае у нас форум делать пока некому. Никто не владеет веб-программированием или веб-дизайном, как можно называть это по-разному. Так же, как и сам сайт пока делать тоже некому. Но, я думаю, все-таки это не самое главное в стримах, к счастью. Там посмотрим. Так... О, плохо. Как же они орут, страшно. Ну, бояться умирать всем. Хватит тут на меня нападать. Злые гамбургеры. Нет, жизни медленно, но верно, у меня почему-то уменьшаются. Это мне не нравится, конечно. Сейчас пойдут неприятные враги, к тому же. Интересно, есть ли на этом уровне секреты? Такой он куцый вообще. Во, все. Антон, будут? Будут стримы. Это 100 пудов, могу сказать. Я точно постримлю что-нибудь, связанное с этим. Так, вот сейчас пойдут такие монстры неприятные. Вот они. Они просто... Так... Ёб твою мать, а?
Да вы сами все видели. Welcome to your own worst nightmare. You might as well save us both the effort and give up without a fight. Меня очень быстро убили. Нет, все-таки это идиотский уровень. Мне ни хрена не нравится. Кто его придумал? Взять, найти. Где у тебя дата? Очень плохой уровень. Раньше лучше был. Не, ну вот я не, лично, вот я, да, не знаю ни одного сообщества такого или стрим-канала, где вот сильно был бы развит форум. Лично я такого не припомню. Потому что говорю, что большинство людей не будет общаться на форуме, когда есть интерактивное общение, когда есть чат. А чтобы какие-то там идеи писать, предложения, в принципе, есть ВКонтакт. Мне так кажется лично. Так, это я плохо начал, наверное, лучше сдохнуть, видимо. Хотя... Можно полечиться, попробовать. Надеюсь, я не засяду на этом уровне. Будет неприятно, если это окажется самый странный и сложный уровень в игре. Соцсети, ну так я, например, в соцсетях не сижу, вот мы используем чисто для размещения информации там и общения именно по нашему ресурсу ВКонтактах. А самого лично меня мало интересует ВКонтакт как таковой. Я не завожу там каких-то левых непонятных друзей. Короче. Ладно, в этот раз не получилось. Welcome to your own worst night. Еще разочек попробуем. You might as well save us both the effort and give up without a fight. Это все президент, он меня сглазил, гад. Он виноват во всем. Даже не знаю, может с пси-энергией какой-нибудь трюк надо мутить дальше, чтобы... Получается, что пси-энергия у меня наоборот больше исчезает, чем появляется с этими таракашками. Матик, давайте попробуем какую-нибудь другую тактику. Чего у нас вообще есть? Террабласт. А, кстати, что это такое? Вот если бы был тут Терра, он бы нам сказал, что такое террабласт. О, у вас так Шанхира, даже с телефона нас смотришь. Так, а что это за... О, вау! Смотрите. Ну что ж, это все меняет. Какая замечательная хрень. Неплохо, я скажу вам. Так, а чё? Почему он... Вау, красота. Красота, только он расходует до хрена энергии. Это не хорошо. Ну, в любом случае, я говорю, что форум делать просто некому. Пока что.
У нас нет веб-программистов, к сожалению. Веб-дизайнеров. А делать какой-то форум на каких-то там шаблонах левых тоже не очень здорово. Я форумы никогда не писал. Ну, кто-то же их писал, наверное. Надо найти человека и заставить. Шутка. Как же вы меня запарили, уроды? А ну, помирать. Так. Ну, посмотрим. Всякое может быть. Сегодня у нас даже зрителей особо нету. Все куда-то убежали. Это чё? Да откуда вы беретесь? Тараканчики. Я же в раз вроде всех убил. Отжать у кого-нибудь пару форумов. Эх, могут экстремизм паять потом. С нынешними-то законами. Так, ну вроде все равно лучше получается с чередованием. Пси-энергии разные. Хрена не лучше. Какой же бесячий уровень. Ни оружия, ничего нету. Крутись как хочешь. Пользуй силу, Люк. Реально, use the force, мать его. О. Дали немножко этих... маны. Интересно. Может, еще где-нибудь тут она спаунится. Надо проверить. Не, походу, ни хрена. Ну, спасибо, утешили. И так жизни нету. Далее чуть-чуть совсем. Просто... просто класс. Это просто класс. Зашибись. Жизни нет, но вы держитесь. Да, золотые слова. Так и есть. Еще сейчас уроды опять эти появятся. Может, я, конечно, не догоняю, тут какой-то принцип есть особый, но мне пока непонятно, как тут по-другому действовать можно. Вообще, дрейн, по-моему, универсальное тут средство вот это. Уж когда нет оружия, так точно, только его и остается использовать. Блин.
Жизни нет, но вы держитесь. Так ведь недолго и умереть, хочу вам сказать. Еще разочек. Welcome to your own worst nightmare. You might as well save us both the effort and give up without a fight. Еще главное, нельзя эту речь пропустить в начале уровня. Каждый раз приходится выслушивать наставления этого доброго дяди. На прошлом стриме, кстати, как-то у меня получше получалось, чем на этом. Тут разруливать. Что случилось? Неужели что-то с руками? Мои руки кто-то деформировал. Но для сообщества, опять же, нужны еще люди. У нас пока мало людей. А тех, кто стримит постоянно, и того меньше. Кстати, мы не против взять в свои ряды пару стримеров. Если что. Если у кого-то есть желание, конечно. Шутер, да, шутер, привет, любитель. Так. 7 жизней, 7. 7 это же счастливое число, значит, я никак не должен умереть. Мне почему-то так кажется. Вот эти чуваки, кстати. А вы-то откуда взялись? Они похожи на этих. Из фильма «Нечто». На такую тварь, которая из головы получилась. Привет, Нафаня. Постараюсь добить, но что-то пока вот на этом уровне прям не очень у меня хорошо получается. Меня пока обижают что-то. Тараканы. Ману давать не хотят. Убивают меня. Блин, пошли вон. Гамбургеры чертовы. Ха-ха-ха!
Еще шарики эти главные появляются иногда так, что их не взять. Вот это вот, кстати, подстава. Очень, очень подлая. Будем отлечиваться по полной программе. Так. Смерть тараканам, смерть. Опять сейчас меня тут зажмут. О! Отлично. В этот раз пока неплохо получается. Семьдесят восемь, 137 жизней. Привет, Тони. Я одно время тоже хотел стримить, потом забил на эту идею. Как-никак, уже 5 лет стримы смотрю. Нужен вопрос со стримами изучить. Желание есть, правда, у меня ноут. А, карту захвата. А какие у тебя консоли? Скажи, я могу тебе, может быть, насчет карты что-нибудь сказать. Старые или более новые? То есть, что у тебя там, аналоговые какие-то сигналы или HDMI? Так, что это у нас тут? Так, вот этих чуваков, возможно, лучше... Возможно, так убивать. Меня все, че все? Нифига себе, ты крутой. Ну, могу сказать, что USB-карты захваты, да, они хороши только для цифровых выходов, для новых. С аналогом у них проблемы. То есть захват всяких старых консолей с них или не осуществляется, или плохо осуществляется. В общем, там косяков очень много. Тебе настолько повысили, что ты в ад попал. Ну, я попал в этот наркоманский трип. Мне президент что-то там вел, типа, и я вот... нахожусь в своих каких-то галлюцинациях. Вот. Но это я имею в виду какие-то простые решения. Там Avir, например, Media, вот они делают USB-шные карты захвата только такие. То есть там особо не разгуляешься. Чтобы все жевало, надо покупать карту именно в системный блок. Есть какие-то, наверное, спецрешения, только они дорогие, скорее всего. Так. Бежим. В основном хочу седьмое. Седьмое это у нас что получается? Xbox, PS2, GameCube? Вот это вот? Я уже, честно говоря, так вот не помню, какое седьмое, какое нет. Столько этих поколений. Попробуй упомни, что к чему относится. Но я думаю, что да, если ты имеешь в виду. Не HDMI. Консоли. Нет компа. Ну вот. Например, компу можно купить довольно дешевую карту. Ну, относительно. Вот у меня Avir Media Dark Crystal.
Pro, как-то так она называется. Вот, она в основном все жует. Неплохо. То есть она поддерживает захват HDMI, компонента, композита, S-видео там, все дела. В общем, джентльменский набор для стримера. Очень удобно. Ее USB-аналоги не поддерживают такой спектр. Так, сейчас вы мне получите. Так, а ты что, не сдох? Таракан. Тараканыч. Так, все что ли? А, нет. Вот, вот. Неплохо я сейчас нафармился. Жизни. Так, что бы сейчас использовать? Ах! Поманили шариком, и шарик отобрали. Не нравятся мне эти звуки. Злобные. Да, нужно чередовать, походу, эту ману, тогда легче становится. Скорее всего. А ну-ка вон. Все, прилично они выжирают. Фарм, фарм. Подписка. А в смысле была, а теперь нет, а смайлы остались? То есть смайлы все-таки оставляют, когда даже подписка заканчивается, или как? Даже не знаю, лечиться мне или... или нет. Так, вот сейчас самая жопа, конечно, будет. Такое? Не понял. О, отлично. Вот это вот. У меня почти нет жизни. Закусают сейчас. Отменю, чтобы не продлевали. Welcome to your own worst nightmare. You might as well save us both the effort and give up without a fight. Блядство какое-то, честное слово. Этот уровень способен просто
вывести из себя. Корыныча. Так нету его. Отобрали все оружие в этом уровне. Привет, Литл. В том-то все и дело, что тут можно пользоваться только вот этой псионической энергией, мать ее. За ногу. Псионическая... Все нафармленные шарики я в прошлый раз слил неудачно. Неудачными телодвижениями. Сейчас еще какая-то херня появится, по-моему. Пошли вон. Сколько вас тут? Подлые насекомые. Чтобы вас никогда не занесли в Красную книгу, сволочи. Да, я думаю, что дадут мне еще Горыныча, скорее всего, после этого уровня. Главное его пройти. И, походу, он не очень большой. Судя по всему. Главное его затерпеть. Затерпеть этот уровень и... И все образуется. Можно. Так. Лечимся. Небольшой, непроходимый, но самое сложное — это вторая вот часть. Вот эти вот насекомые. Тут надо запоминать, где они спаунятся точно. Welcome to your own worst nightmare. You might as well save us both the effort and give up without a fight. Как только эти твари зажимают, так... Вообще, это, конечно, начинает меня бесить уже. Надеюсь, не хватит нервов. В свое время игра была достаточно крутая, я увидел в каком-то журнале, искал ее, но так и не нашел. Одной всю энергию далеко не видишь. Сейчас я ступил, конечно, побежал.
the effort and give up without a fight. Короче, я вот играл в нее, когда торговал приставками. Потом таки мне удалось где-то найти этот диск, он у меня долгое время был. Но куда-то он потом делся. По-моему, я отдал его, дал поиграть какому-то чуваку, а чувак его заиграл. Вроде так было. Вернее, он сказал, типа, давайте другой диск дам. Может, он специально у меня его... Типа, как выменял. Я точно уж не помню, но... Как-то так было. Противные все-таки эти твари зубастые. Так, сейчас вроде шарики эти опять должны тут появиться. Или нет? Привет, Фрог. Я поиграл в Punisher на аркаде. Совсем другая игра, чем на Сеге, конечно. А чем они отличаются? Привет, Винарлин. Я думал, что... Это порты, то есть на Сеге порт. Они примерно одинаковые. Или есть какие-то отличия? Что-то такое. На аркаде чего нет на Сешке. Графонистый и динамичный. А, ну, это да, понятно. Играется намного лучше. Эльгата хорошая карта захвата. Я не знаю. Надо смотреть именно, что она умеет. Разумеется, меньше противников на экране. Это шаркада. Я, кстати, по-моему, Punisher впервые увидел на Сеге. Мне кажется. Так, Терабласт. Так, кстати, блин. Надо успеть. Нет, не успел. Иногда это полезная штука получается, этот Терабласт. Да, который битэмап. Ну, я так думаю. Про битэмап речь. Что ли? Они что, размножаются тут? Пока я не вижу. Как же жизни они отнимают? Сволочи. Заболели, полечитесь. Полечимся немного. Надо посмотреть, не появилось ли там опять это. От чего эти шарики появляются? Непонятно.
Во! Они невидимые, что ли? Или они появляются, когда к ним подходишь? Что-то я ничего не понимаю. Может, тут спаун шариков этих? Это, кстати, все меняет. Теперь у меня 129 жизней, 80 пси-энергии. Это, кстати, неплохо очень, даже я бы сказал. Так, сейчас у нас что-то... Что-то появится. Или не появится. Нет, появятся. Таракашки родные. Наконец-то вы появились. Я вас так долго ждал. Ну как же я без вас-то? Балды появляются. Нет, их тут определенное количество, ограниченное все-таки. На самом деле, смотрите, у меня 111 маны и 111 жизней. Прям какой-то баланс. Баланс пси-энергии в природе. Ах ты! Подлая хрень! Когда надо, они постоянно уворачиваются еще. Когда надо их убивать. Подгрузки опять начались. Это что-то с Твичом. Или с Рестримио. Все-таки я думаю, что с Твичом. У меня тоже вчера, когда я смотрел Свипу, были проблемы. Вообще стрим отваливался. Ну, у Твича, кстати, такое бывало и раньше. Так, что у нас что-то появилось тут? Что это за звуки страшные? Красота какая, смотрите. Как здорово можно иметь бока этим тараканам. Динамба плавно идет. Ну, наверное, все-таки что-то... Я думаю, а что будет, если... Пробежать? Неплохо, кстати, я их побил. Так, вот здесь, я думаю, терабласт мне очень поможет. Так, ну... Главное сейчас не откинуть концы. Случайным образом. Или... Почти случайным. О, отлично, отлично, просто великолепно. Пока что все в мою пользу складывается. Терабласт, терабласт.
Не надо хрюкать у меня по духам. А вот с этих можно просто пофармить. Кстати, тут... А, тут есть карта даже. Круто. Игра в аду довольно однообразна. Но уровень не очень интересный. Скажем прямо. О! Блять! Там сзади, что ли, кто-то вылез? Ну, ё-моё, ну... Ну как так? Welcome to your own worst nightmare. You might as well save us both the effort and give up without a fight. Блядство какое-то. Ну-ка, ну-ка. Две трети уровня, но там... Может быть. Главное шарики собирать. Будет хорошо. На самом деле мне просто не надо было оружие там менять. Нужно все время с терробластом находиться. Сзади заспаунился этот урод, я уверен, вот этот чувак, и снял у меня быстро все жизни. В этом дело. Сейчас новости читаю. Ну, я даже не знаю, кто это на самом деле лично. Ничего хорошего, конечно, нету, когда кто-то умирает. Если человек, конечно, хороший. Так. Кстати, вот эти чуваки тоже, походу, стреляют этой же хренью. И я. Тараканчики. Дайте мне орбов. Они еще ходят куда-то по своим делам. Мои очень продвинут в этой игре. Кстати, вот такой вопрос у меня к
кто, ну, кто считает, в каком шутере самый продвинутый АИ? Есть тут вообще любители шутеров? Что можете сказать по этому поводу? Фир. Ну, про Хала я могу сказать. Из тех, что я видел, Хала самый продвинутый. Вот. А про Фир... про Фир я тоже слыхал. АИ — это искусственный интеллект. А насчет вот Хала я могу сказать, что там... например, противники, они даже залазят в технику, могут с нее вас застрелить, слезть из джипа, чувак подбежит, залезет, вас расстреляет. Ну, это не только это. Там, например, АИ никогда не идет сам на рожон. Они засядут, например, противники, отсиживаются, еще и ржут. Ну, это, конечно, не относится к АИ-то, что они ржут, но... они, например, никогда в тупую не побегут. Такая вот вещь. Этот ваш АИ. Call of Duty 2 я не играл лично. Ничего не могу сказать. Так, отлично. Шарики. Но в то же время я, например, тупо стрелял в одну точку с джипа Хала, а там раз за разом подыхал враг и приходил следующий. Ну, Винарлин, ты на какой сложности ты играл? Речь идет про максимальную сложность, естественно. Вот, а и только там крутой. Ну, может быть, еще перед максимальной тоже. Вот, про все остальные сложности, естественно, речи нет. То есть там можно бегать и раскидывать. Я такого не припомню в первой части. Я ее, кстати, проходил на легендаре. И понятно, я только на заправку видел АИ 80, АИ 95, 92. Ванчи неплохо. Герзен, ну, я даже не знаю. Насчет Анча. Может быть. Анч я вот проходил весной. Четвертый. На предпоследней сложности. На последней не стал, хотя надо было. Но я его довольно быстро пролетел, если честно. Вот как-то так. Там, кстати, в четвертой части сделали возможность по стелсу все проходить. Что, кстати, почти все очень сильно облегчает игру. Я бы сказал, были локации, которые полностью по стелсу мне были пройдены. Причем где дохренище противников, они были просто постепенно все уложены. И все, на крашинге. Вот на крашинге надо было поиграть мне. Наверное, сразу. Зря я выбрал предпоследний. Так. Не запутаться сейчас. Главное, не запутаться. Так, отлично. Собираем все орбы. Так, и здесь... как хорошо-то. Б
Были чуваки и нет чуваков. Но сейчас я должен зарулить, я надеюсь. Так что не хочется сидеть на этом уровне. Хал на легендаре прошел до последнего уровня, там где спаун сранчитый. Кстати, между прочим, спаун там не бесконечный. Саранчи. Вот, он тоже конечный. На последнем уровне именно. То есть там эти секции можно зачистить. Вот. А на предпоследнем, где этот Pillar of Autumn, то есть, не-не-не, вот корабль пришельцев, захваченный Владом, вот там, да, есть места, где он бесконечный. Но тоже они не все. Там всего пару мест, которые можно пробежать. Потому что, мне кажется, просто пробежать там и нереально. На легендаре все это дело. О, орбы еще появились. Отлично. Так. Мне лично очень нравится Хала 1, 3 и Рич. Вот самые лучшие части. Третья шикарная часть. Опять же, в Хала на максимальной трудности ХП у врагов щиты просто непомерно большие. Короче, там в чем прикол? Многие враги просто каким образом сносятся в Хала? Высаживаешь, допустим, обойму из одного оружия, да, сносишь щит. Тут же переключаешься на другое и добиваешь врага хедшотом. Вот. Против элит таким образом, например, нужно воевать. А бруты, у них просто броню сносишь, они уже без брони остаются, их можно и так убить, если выманить из-за укрытия. Кстати, если у кого там есть Xbox, не шитый, ну, с шитом и так, конечно, можно поиграть, если не шитый, то халы сейчас, они недорого стоят на Xbox 360, можно купить там третью, Рич. Поиграть. Не знаю, продаются ли Anniversary, которые первый ремастер. Тоже, кстати, отличный ремастер. Плюс там можно переключать графон со старого режима на новый. Так. Отлично. Отлично. Блин, столько потратил патронов впустую из-за этого жучка. Ну, пиратку тоже норм, если есть возможность. А четвертый не очень. Четвертый, он уже делался не банги. Там много лишнего налепили, изменили многое. И там интеллект даже хуже стал. АИ даже на максималке. Уровни более коридорные. У Банжи все уровни были вот продуманы именно как песочница. То есть с разных сторон можно было обходить, проходить уровень всякими... Чё тут? Ну чё, охренели что ли? Товарищи, вы охренели что ли? Они просто уничтожают меня, эти твари. Так. Отлично. Что ж делать, что ж делать? То ли на заряды тратить здоровье, то ли нет.
попробуй пойми, куда тут идти вообще. То есть не стоит ждать, когда Halo коллекция выйдет на ПК. Хрен ее знает, выйдет, не выйдет. Я б сам поиграл Halo Collection, хотя говорят, там кое-что изменили не в лучшую сторону в старых играх. Вот. Halo 2, например. И неизвестно, выпустят ли ее. Много времени уже прошло. Мне почему-то кажется, что Microsoft уже ее не выпустит. А ну-ка. Ну-ка, умирай, дружок. Отлично, отлично. Теперь можно полечиться. Надо быть очень осторожным. Дайте уже выйти из этого лабиринта. Сейчас наверняка какая-нибудь жопа будет. Нет. Mission complete. Ё-моё, ну не может быть! Я прошел таки этот, мать его, за ногу странный, стрёмный уровень. Давайте запишем пароль. Без пароля никуда нынче. Так, а где моя ручка-то? Которая работать должна. А, вот она. Все-таки этот говноуровень был пройден. Слава богу. Так, X. Сейчас проверим. Так, так. Так, так. Так, стоп. 2-0, 2 треугольника и X треугольник. Квадрат треугольник X. Ага, один лишний. А, не, все правильно, что-то я совсем уже. В любом случае, можно будет посмотреть. Потом, если что, на стриме. Продолжаем! I fell right into a trap. Can you get me out of here? The whole area is shielded. We can't lock on to you. But there's a teleporter at the gate to the prison. Get there, and I'll bring you back here. Так беспалевно, чувак, очнулся. Никого уже нету. Все себя снял, да и пошел. Это Форт Боярд. Почти. Мы в тюрячке оказались. Мы должны выбраться из тюрячки теперь. Давайте посмотрим брифинг. Мы должны пройти к концу тюремного комплекса. И телепортироваться. И лицом к президентской крепости. Я что-то не понимаю, что тут написано. Пополнить нужно оружие как максимально. В общем, нужно еще оружие нафармить. И я с пси-энергией опять один на один. Главное, мне еще радует, что вот он себя снял, да, все это.
подошел к панели, нажал на кнопку и тут же связался с бабой. То есть вот специально кто-то кнопку запилил на панели, вот, на ней еще надо было написано «связаться с бабой». И все будет нормально. Ой-ой-ой, это ж... Блин, это старые чуваки. Старые ребята. Старые добрые друзья. Гоблины. Это, конечно, очень круто придумано. Ну, такой трэшовый, конечно, это сюжетец, но что-то в этом есть, на самом деле. Конечно. В этом есть свой шарм. Встретиться лицом к лицу. Ну, там же президентская крепость, а не президент. То есть, встретиться лицом к лицу с президентской крепостью. Я просто не совсем понимаю, что это значит. Скажи, тюрячка, смотрите, какая неплохая. Тут неплохо кормят и вообще живется, походу, народу. Не так-то плохо. Не зря это президентская. Тюрьма. Интересно, куда мне идти? Ох, какие-то киберги. Киберги? Оп-оп. Плохо они коцают так, кстати. А чего вас так много, братва? Вы откуда? Откуда вы все взялись на мою голову? Вот большие пространства я люблю. Можно маневрировать. Сколько вас? Сколько? Со всех сторон обкладывают. Сволочи. Чудная походка и взгляд безумный. Поэтому меня называют чугунный. Чугунный киборг, мать его. Откуда их тут столько? А ну на профилактику. Лампочки-то три горят. Да, потому что неожиданно 175 максимум. Поэтому три лампочки. Так, можно полечиться. Давайте смотреть, куда тут. Блин, это еще не все. Ёп! Сколько тут всяких чуваков. Так, а может быть там наверху вот был лифт какой-то? Да, походу мне надо сначала лифт было проверить все-таки здесь. В этом здании. Потом уже... Потом уже идти дальше. Ну, а, точно. Там нычка. В тюремке живет вор в законе блатной. Чёрт и петух. Лицом к лицу с опасностью надо встретиться. Так, ну надо понять вообще. Кстати, с этих киборгов ни хрена не падает ничего. Вот это вот
плохо. Оружие какое-нибудь хоть с них валилось. Просто разобранные лежат себе. Чувачки, дорога какая-то. Дорога выведет меня куда-нибудь. Наверное. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребят, ну что ж вы такие-то неугомонные. Сначала надо киборгов. Пострелять. Оп, оп, оп. Дело пахнет жареным. Так, где-то там. Подлечимся немного. И в путь. Подходи, робот. Умирай давай, дружок. Мне срочно нужен дракон этот. Трехглазый. Чтоб всех нагибать. Ох, ё-моё. О! Отходи. Чувак, где ты там? Только не надо, не надо хрюкать. Ладно, еще разок начнем. Не получился у меня зерк. The prison colony runs along a dry canyon divided by security gates. It goes on forever, so follow the service road. But you may have to look for alternate ways around some of the gates. Много они сносят. Сволочи. Ой-ой-ой. Не пойдем. Привет, Мордекай. Горынычем тут напряженка. Может, дадут еще. Кто его знает. Вдруг дадут. Догонят еще. Еще дадут. Так. Ага, вот роботов неплохо так получается убивать пистолетом.
Так, 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 так. Опять же, вот это комбо. Ну, очень неплохо сносит, когда стреляешь и пси-энергию пускаешь при этом чуваков. Так, а где тут еще один робот? Робот, ты где? Любят они атаковать из темноты, ничего не видно. Оп-оп. Давай, подходи, братва. Всем. Всем достанется. Так. Робот, 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 куда же ты пошел? Оп! Много их, конечно, тут ходят. Мне кажется, надо звонить службу о иммигрантах. О роботах. Иммигрантах. Больно много их тут набежало. Такс. Ну что? Есть еще роботы тут или нет? Робот, если есть, выходи. Не зли дядю. Да куда же вы убегаете-то? Сюда. Сюда, твари. Так, а что если вот сделать вот так? Подлечиться и бабахнуть по ним вот этим терробластом. Сюрприз устроить. Сюрприз. О! Вот это мне нравится. Это очень даже неплохо вышло, я бы сказал. Жрет он до хрена. Конечно. Не очень хорошо подходит все это дело. И убежал, главное. Ну куда ж ты убежал-то? Чувак. Антон, что это за знак такой? Бесконечный этот. Знак бесконечности. Куда ты побежал? Иди сюда, иди сюда.
готов. Забирайте на металлолом чувака. Это либо любим, либо еврейский знак какой-то. Да не, вряд ли второе. Не похож. Это какой-нибудь звездный тессеракт, мать его. Ох, как мне надоели эти товарищи, которые любят стрелять в спину. Бритоголовые еще какие-то. Вообще непонятно, кто. Что это? Кто это? Зачем? Зачем это? Мне даже оружия нету. Приходится опять пси этой работать штукой. Пси херней. Так, опять 4 патрона. 4 патрончика. Еще и робот вылез. Роботов успокоил. Жизни нету. Зато настроение хорошее. Обрабатывать все прикладом. Да вот приходится с любыми подручными средствами бороться с нежелательными элементами. Все, что ли? Нет, не все. Я чуть не умер. Не просто в них попасть. Блин, еще. Еще 4 патрончика. Красота, просто красота. Еще один сдох.
Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Четыре процента жизни. Опасная ситуация. Скажу я вам. Тем не менее, я их укатал таки. И могу чуть-чуть подлечиться. Чуть-чуть. Кстати, неплохая тактика против них. Вот так вот делать. Очень даже действенно получается. Энергии много, да вообще. Энергии хоть отбавляй. Вот называется. Заговорился, все. Я, кстати, нафармил уже немножко оружия. Главное не помереть, а все остальное это уже не важно. Так. Наверху там есть чуваки, кстати. Блин. Сейчас надо быть аккуратным. О, ну наконец-то! Наконец-то я разжился. Оружием нормальным, патронами. Вот сейчас помирать точно западло. После таких... Нифига начать пелец, но приходится. Приходится смотреть. Кстати, тут телепортер. Это что такое? Смотрите, видите? Рубильник. Блин, опасная ситуация. Что у меня есть? У меня есть пистолет... Так. О! Отлично, аптечка мне не повредит. Ё-моё, сколько вкусняшек. Теперь нам надо во второй блок сходить, посмотреть, что там. Там тоже что-то есть. Смотрите, глюк, видите? Видно чуваков, что они стоят сверху. Так. Плохо. Еще одна лечилка. Ох, я себя уже как-то поувереннее теперь чувствую. Скажу я вам. О, ну просто красота. Патрончики разные. Теперь можно и повоевать. Вот сколько в тюрьмах я не сидел, а в такой ни разу не доводилось. Ну, теперь надо нажать рубильник. Что это такое? Интересно. Наверное, теперь где-то активировался вот этот телепортер. Надо идти дальше, скорее всего. Время давить их интеллектом. Да надо бы! Так. Я думаю, с роботами надо поступать... Так же, как они со мной. Закидывать шариками.
Потому что на них тратить патроны просто неэкономно. Они неповоротливы все равно очень. Нет смысла. Смотрите, что-то там какая-то застава впереди. Так, здесь, наверное, придется снимать их вот этим вот оружием. Чувствую я. Да не можешь ты! Наш герой разучился стрелять, пока... О, дробаш! Дробаш наш друг! Что у тебя за командир? Так я сам по себе уже, все против президента, против людей, враг народа. Дали оружие, крутись как хочешь. Так. Будем использовать дробаш, я думаю. Пока что он самый действенный тут. А, вот, вот так. Нам сюда. Против роботов неплохо помогает, кстати. Просто на ура их валит. Какая-то дверца. Что у нас тут? Что тут имеется? Какой-то тюремный блок тоже. Кто тут сидит, интересно? Что за хата? Плохо покоцали. Если эти чуваки сидят, почему они на меня лезут? Я ж свой. Чуваки, я ж свой, я браток, я тоже отсидел. Вы чё, ребят? Не надо так. Все ж мы люди. Ну да, герои уже... Освоился. Тут хаты блатных. Наверное. Не любят блатные меня. Один товарищ.
давай, чувак, давай. В общем, тут надо серию телепортеров этих активировать, как я понимаю, чтобы пройти дальше. Вот и все, собственно. Корпус ШИЗО. Блин, выскочили. Сюрприз. Есть кто дома? Нет? Кто в теремочке сидит? Ё-моё, это кто? Это чё тут за движуха? Оружие. А, вот оно, вот оно! Убиватель. Убиватель. С нами. Это больше похоже на концлагерь. Е-блок, хорошее название для всех таких ребят, особенно с их мордашками. Ну, какие родились. Что поделать. Это вообще мутанты, на самом деле. Их звали мутанты. Нравится мне это оружие. Но пока, наверное, нужно его поэкономить. Воспользуемся пистолетом и посмотрим, что там внизу. Я же не все тут осмотрел. Вот она, шерстяная хата, вот. Лучше сюда не заходить лишний раз. То мало ли чё. Так, а кстати, а, понятно, вот еще отсюда не вылазят. Так, ну чё, пришло время уничтожать. Чтобы не погибнуть. Там куда-то проход с той стороны. Офигеть, какая карта. Здесь тоже проход. Я же начинаю путаться. Куда идти? Еще один робот. Робота так мочканем. Один готов. Знакомые все места, вообще-то. Местная эска, да? Спред, можно сказать.
Да сколько ж... Сколько ж у вас тут? Чуть-чуть подлечимся. Так, что случилось? А, понятно, у меня... Почему я прочитал местная сука? Не знаю. Почему? У меня сейчас отвалился джойстик внезапно и опять заработал. Знакомая ситуация для меня. Что-то я совсем запутался, не знаю, куда идти. Там какой-то спуск был, вот здесь вот где-то. Я чуть не сдох. Случайно. Понятно, тут у нас склад, типа арсенал. Так, а вот здесь у нас... Еще одна хата шерстяная. Так, наверху я был. Я чё, не могу понять. Вот тут есть проход. Да, но... Мне кажется, если я сюда спущусь, то я не смогу подняться. Поэтому не ясно. Сюда мне идти? Или... Или назад? Наверное, всё-таки назад, я думаю. Мне почему-то так кажется. Придётся там всё посмотреть. Надеюсь, кстати, джойстик больше меня так не отвалится. Потому что если это произойдет в разгар битвы, это будет жопа полная. Тут еще какой-то чувак, он... Теперь наверх. Наверх. Так, а я что, всех перестрелял? Наверху никого и нету. Ну, это хорошо, на самом деле. Активируем телепортер. Так, ну и посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сколько вас? Блин, опять... Нет, что такое происходит? Так превращается все время в Рэмбо. У меня вдруг опять... Мне даже непонятно, то ли джойстик отвалился, то ли эмулятор просто замер на минуту. Что происходит? Кстати, возможно, все-таки мне туда надо идти.
Вот опять. Что за хрень? Давайте попробуем здесь пройти сверху. Что еще за замирания такие происходят? Так, тут внизу ходят. Чувак. Сюрприз! Тайный проход какой-то. Хрен знает куда. Ой-ой-ой-ой-ой. Не надо. Плохо, мне же нечем лечиться. Жизни нету. Придется потянуть жизни из чуваков. Где вы там? Как много всего мне дали. С такими боезапасами можно хоть прямо сейчас отправляться в горячую точку. Ну и я как раз оказался тут, между прочим. Вот здесь же. Телепорт тут уже активирован, но тут я вроде... взял все. Ну да. Жизни нету ни хрена. Вот это плохо. Чекпоинт бы дали. Хотя бы. Из огня до горячая точка. Какая долгая игра, я даже вздремнуть успел. Ну, это шутер. Причем от первого лица, не от какого-нибудь. Так, вот зря я, кстати, так сделал. Надо было дробаш с поля использовать. Где мой чекпоинт? Где? Где? Чекпоинт рич. Ну, говорите. О! Не, все-таки... все-таки сжалились. За мной. Хе-хе! Дали мне чекпоинт. Это значит, что я где-то половину уровня только прошел, наверное. Я так думаю. Скорее всего. Вообще, мне нужно жизни подфармить. Для этого мне нужны роботы. Столько ж роботов мне нужно. Мне много не надо.
Тут на харде нудновато, конечно, немного все это делать. Кстати, походу тут еще какую-то сложность можно открыть, потому что в демо-версии вот показывают уровни, и там явно больше врагов, чем когда я играл было. Может быть, паролем она открывается, например. Такой вариант возможен. Или это какая-то особая демо? Я не знаю. Чувак шмаляет еще какой-то там. Вредный. Это кто такой? Кибер? Кибер какой-то. Киберк. Так, кто в тюремочке живет? Тук-тук-тук. Сейчас постучимся. На вечерину. Тоже роботы пошли. Ай-блок. Ай-блок, ай хорошо. Еще никого нет, что ли? Все. Все. А, нет, кто-то есть. Кто-то есть. Я слышу. Я слышу чье-то хрюканье. Оружия я набрал немало, конечно. Главное теперь его не потерять. Ни при каких обстоятельствах. Ну чё, надо идти дальше. Получается. Так, у нас тут там какой-то... Чувак лазит, киборг. Надо его снять. Хватит ни одного Шварценеггера. А куда же он делся-то? Давай сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут еще один робот. И ушел куда-то. Куда ты ушел-то? Давай сюда. Готов один. Тут без телепорт, что ли, можно пройти, получается. Надо же, он не сдох еще. На Оскара, что ли, метит? Ты на земле? Нет, вроде. Но тут не говорится, где я на самом деле. И сколько оружия не набираюсь, все равно не хватит, прям как с водкой. Ну, я постараюсь таки. Все, наконец-то он сдох. Смотрите, нельзя никак сюда... запрыгнуть. Телепорт я вроде активировал. Ничего не понимаю. Ой-ой-ой. Еще киборги. Thank you.
вкусняшек нафармить побольше этих. Все будет хорошо. Луны нет, темно, как в пещере. Тут вообще горы какие-то вон и все. И ничего больше. О, смотрите, они. Они тут ходят, гады. Придется выманивать роботов. Никак не выпрыгнуть из этих канав. Готов. Один готов. Ох, ни хрена себе вас тут повылазило, да? Это тюрьма, ничего удивительного. Роботов много. На ноги посмотри. Как я на ноги-то посмотрю? Тут же это не предусмотрено. Такое. Так недолго и концы отдать. Это бесконечный, что ли, как это? Бесконечный окоп. Все не кончается и не кончается. Дорожка. И роботы не кончаются. Главное нафармить этой пси-энергии. А, вот ты где, товарищ. Сейчас мы тебе поможем. Я еще одного вижу чувака тут. Ну? Выходи. Готов. Так, я пока ведь не умер еще. На этом уровне. Или умер один раз. Если я забыл. Так, так, так. Нет, нет, нет. Это западня. Пока нельзя. Ты куда пошел, чувак? Куда ты, робот? Смотрите, он по своим делам каким-то идет, по-моему. Или мне так кажется?
это должен второй быть. Второй робот где-то. Ага, вот он. Робот, робот. Отлично. Что-то все притихли, я смотрю. Игра настолько крута, что все смотрят, затаив дыхание. Ну, давайте, выходите. Вертухаи. О, да. Сейчас я наберу оружие это. Скоро всем придет кирдык. А вы откуда взялись? Блин! Так, сваливать надо. Сейчас я им покажу. Не рассказываешь cool story? Да какие cool story тут могут быть? Тут когда вот жизнь висит почти на волоске. Тут лишь бы выжить. Лишь бы выжить. И не... Очень путанный уровень, я бы сказал. Какая-то жопа натуральная. Так, а это что такое? Это куда ведет? А, наверх. Я торт ем под стрим. Нормально. А я плов. Кстати, а что за кооп в Думе, о котором вы недавно говорили? Ну, мы говорили про Doom, Brutal Doom 64. Там кооп есть. Вот, но там какой прикол. То есть, если сборку скачать и... попробовать поиграть в мультиплеер, ни хрена не выйдет. То есть там нужно качать какие-то спецфайлы, потом удалять из папки другие файлы. В общем, пляски с бубном там очень знатные выходят. Я потратил, наверное, целый день, чтобы настроить этот мультиплеер. И то он не работал, ну, не совсем так, как нужно. Да вы на стриме видели, кто смотрел стрим, что там у нас ключ, например. Один раз можно было взять, потом нельзя. С некоторые уровни приходилось рестартовать даже, чтобы пройти. Так, мне непонятно, куда мне идти. Назад, что ли, надо будет? Или нет? Мне даже уже оружие, что ли, не нужно это? А, нет. Не, наверное, там все-таки как... какая-то нычка, что ли. Надо проверить. Тебе надо худеть тяжело с такой массой. Или торт, или худеть. Одно из двух. Да они откуда-то тут появлялись. Что тут такое, мне интересно. Кстати, тут ведь не получится. Мочить вот этой штукой в помещении. Ох,
не нравится. Ох, как страшно, ох. Так, а тут у нас был... О, лечилочки, лечилочки родные. А что, поверху взад не пошел? А там ничего нету сзади. Такие баги, как в думовском коопе, развивают тактическое мышление. Соотношение рост 180, вес 85. Получается 5 килограмм, что ли, лишних? И как там высчитывают-то? Что-то такое я слыхал. Краем уха. Тут, кстати, как в турике получается. То есть, если ты взял вот эту вот батарею, то у тебя красные заряды, и пока ты их не используешь, ты не можешь переключиться на обычные. Поверху сюда, что ли? Здесь просто телепорт, который ведет наверх. Там я собрал оружие, вот, то есть про это речь, и все. И нужно возвращаться. А вот это яма, по которой я шел. Тут просто надо активировать дальше телепорт. И уже сваливать зоны. А, можно, кстати, понизу, получается, было пройти. И здесь вот. Вот, вот какой телепорт активировался. Так, ну я думаю, что конец этого уровня, скорее всего, уже близок. Я так предполагаю. Спасибо тебе, робот, за синие шарики. О, еще один вылез. Как я понимаю, в этом уровне главная задача набрать как можно больше оружия, чтобы в финальной битве не чувствовать себя лохом. Кстати, интересно, тут вот пароли содержат определенное количество оружия или нет? То есть они запоминают? Или нет? Я лишь не проверял. Так, ну тут явно тоже что-то есть. Что-то нехорошее. У нас аж два, что ли, телепорта? Хотя нет, один рубильник открывает, наверное, двери. Аптечки. Это хорошо. Я думаю, что все уже, конец близок этого уровня, мне так кажется. Совсем чуть-чуть осталось. Мне кажется, на уровне фиксированное количество дает, независимо от того, сколько набрал, даже по сейвам.
А почему тогда говорят, вот сказали сейчас на брифинге, что надо запастись оружием как можно больше, типа впереди битва. Хотя, может, это просто по приколу так, сюжетный. Вот такой. Неплохо я их тут разложил. Блин, гад вылез таки один. И не хочет, главное. Готов. Битва в конце этого уровня. Так вроде про следующий говорят, типа президентская крепость. Я просто знаю, что президентская крепость — это последний уровень. Вот это вот мне известно. Блин. Куда вы все делись? Очень удобное оружие, конечно. Кстати, сзади тоже валялось вроде оружие это. Здесь оно есть. Надо подсобрать остатки, чтобы не пропадало добро. Я его специально использовал, потому что оно оставалось еще, это оружие невзятое. Так, здесь... А, вот здесь... У меня было просто переполнение боезапаса, я решил потратить его немного. А эти бомбы оставить... Мало ли чего случится. Так, здесь я вроде все взял. И там наверху они еще оставили после себя вот эти командосы, или как их назвать, тоже кучу этого оружия. Теперь можно вот это вот использовать, бомбочки. Еще немножко. Еще немножко оружия образовалось от этих чуваков.
Еще один готов. Какие-то вертухаи реально тут тусят. Начальник с нами был на ты. Он говорил, что мы скоты. Помните такую песенку? Куда пошел робот? Ну что-то какой-то уровень, если честно. Затянутый немного. И не очень у него дизайн прям крутой, я бы сказал. Еще хрен поймешь, куда идти. Кругом дороги. И уровень длинный. Роботы, вы куда? Их уже три откуда-то взялось. Было аж два вроде. Роботы-инвалиды. Просто пошли. Наверное, на распродажу в Эльдорадо. Потопали. Горынычем хорошо ночью по Москве ходить. Никто не докопается. Вот это точно. Привет, мастер Вея. А такую песню помнишь, Чеп? С Новым годом, зэки, мы братва навеки. Между нами елок целая тайга. А на эти елки, да на их иголки смотрят не гирлянды, а прожектора. Конечно, ну что ты... Слушали же, когда сидели. Как такое забыть можно? Этот уровень должен когда-нибудь кончиться. Смотрите, а все уже, все, некуда идти. Вот она, зона-то. Не пускают никуда. Кстати, не это ли телепорт, вот этот вот? Или лифт какой? Да, это конец уровня, ура! Mission complete. Пришло время записать пароль. Последний пароль. Так, запишем пароль. Сейчас перерывчик на минуту и продолжим.
Вот и я. Это что-то из Бутырки. На Бутырке сидели тоже люди, уважаемые. Ну что, давайте смотреть заставочку. Посмотрим. А, заставки что ли нету, получается, на последний уровень? Охренеть. Интересно, что телепортер, да? Идет из зоны сразу к президенту. То есть президент не против иногда в зону... Блин. Это что за... За хрень такая? Что загнутый уровень? Главное... Посмотри на патроны. А чё с патронами? Вот, смотрите. Я не помню, сколько патрон было. Вот. По-моему, как было, так и осталось. Ну, то есть, столько же их, сколько... На чем я закончил уровень. Я помер. Ну, это ожидаемо, на самом деле. Лампочки-то три так и остались. Ну, может быть, тут не дается апгрейд на все жизни, на 200%. Remember, the orb is the source of psionic power. Krieger knows you're on the way. Keep moving. А, мне еще предлагают тут двигаться. То есть все время... Я надеюсь, шутка. Я очень на это надеюсь, что тут не бесконечный респаун, потому что только... Давайте, кстати, это проверим. Придет ли кто-нибудь сюда? Так, погодите еще одну минуту, мне надо окно открыть, а то что-то душно стало. Такой уровень надо проходить только на свежую голову. Мне кажется, все-таки... Может, этот уровень спидранить нужно? Возможно. Так. Надеюсь... Больше никто сюда не телепортируется. Чё бы взять такое? А, кстати, у меня же есть еще это. Опять телепортировался Командос. О, смотрите, тут типа камеры. Камера слежения. Все дела. Готовы. Чуваки. Какой-то рубильник. Ух ты, ё-моё! Сколько вас тут? Сколько у меня жизней? Надо подлечиться. Сейчас, наверное, отсюда еще появятся ребята.
опасно, опасно тут все. Не забалуешь. Плохо, что они оставили оружие. Я, наверное, не смогу взять, вернуться сюда уже. Гарнчер не страшный в маршрутке и с Ашотом ехать. С Ашотиком тогда. Блин, как плохо-то. Что оно тут все останется, это оружие. Так, а что это за звуки такие? Вы это слышали? Ё-моё. А, тут все-таки можно вернуться. Вот это хорошо. Сейчас я поднаберу немножко патронов. Это отлично. В России в следующий раз оружием не мусорить. Да, против трех ашотов хорошо помогает вот эта треххуёвка. Так, а что-то у меня и жизни ни хрена. И оружие. Не, ну оружие-то и есть, но... Блин. Жизни-то нет. Как-то... Правильно. Я бы сказал. У корейцев-то это... Что это такое? Это какая-то машина по переработке... корейской еды. Так, тут у нас где-то находится этот робот. Еще один командос. Можно попробовать заколбасить их пистолетом. Я чуть не сдох. Я чуть не сдох сейчас. Хоть бы аптечку какую. Далее. Суровый уровень. Что я могу сказать? А то он и последний, правда, но... Вот эти их телепорты, они... Конечно, очень... не в тему. Скоро у меня и оружие закончится. Судя по всему. Вот веселуха-то будет. И это что такое? Это жизни... Хорошее фарм-место. Между прочим.
Так, один где-то там лазит, по-моему. Или нет? Эй, чувак, ты где? Ой-ой-ой-ой-ой! То, что вы так неосторожно-то ходите. А эту штуку взорвать не просили? Нет, но можно. Блин. Сейчас посмотрим. Нет, нам только надо чувака этого убить. Походу, тут еще и босс будет. Вот это... Это, конечно, опасно. Опасная ситуация может возникнуть. Если босс будет какой-нибудь гнутый в конце. Не очень бы хотелось. Чтобы такая подстава была. Лифт. Куда лифт ведет? Почему-то вниз ведет. Неужели крепость какая-то подземная? Или мы были в горах в тюрьме? Что ли? Понятно. О, нет. Сейчас надо будет. Отлично. Ого. Так, я еще чекпоинт затриггерил. Не-не-не-не-не-не-не, только не вот эти вот изи. Только их еще не хватало. Понятно, в общем, президент развел тут каких-то своих... свои опыты. Тот козел. Ё-моё. Нравится мне все это, ой как не нравится. Караси, изи, да. Они самые. Они кусачи еще какие. Ну как куснул меня сейчас. Гад. Интересно, можно туда упасть вниз? Не буду проверять. Конечно, как-то страшновато. Надо энергии набрать как следует. На бычков? Я бы не хотел таких бычков ловить. Один такой бычок может рыбака честного положить запросто. Блять, ну...
какого хрена? Бычки, мать их. Что это за место вообще, мне непонятно. Президент решил привезти кусочек Марса, что ли? На землю, матушку. Может, и не земля? Хрен. Да что такое-то? Лужи еще тут всякие. Я вижу телепорт. Где ты, карась? Готов. Чё-то мне кажется, сейчас босс будет почему-то. Патроны, все, я, видимо. Не могу брать. Тут как-то хитро, смотрите, у меня было 139, я не мог их взять. Один раз выстрелил, смог. Странная какая-то механика. Ну что, пойдем мочить президента. Я надеюсь, сейчас он уже будет. А вот и президент. Лютый тип, кстати. И чё, всё, что ли? Ты куда ушёл, милок? Ты чё? Ох, ё-моё! Плохи мои дела. Все, у меня ничего нету. Зашибись. Хрен тебе, дядя. Хрен. Президент, кстати, на негров. Будем обузить чувака. Колонна — мой дом родной. Я в домике ничего не знаю. Отлично, его самого отдачей прищучило. Где он? Где он? Где он?
чувак, просто возьми и сдохни от своего же ружья. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это... Это очень плохое оружие. Ну что-то оружия ни хрена на него не хватает. На самом деле. Я столько в него всадил, а ему похер. Remember, the orb is the source of psionic power. Krieger knows you're on the way, but the world's depending on you. Какой-то встрялово. Кстати, походу тут чекпоинтов бесконечные, судя по всему. То есть хотя бы... Я думаю, тут... Я думаю, что тут можно бесконечно его бить, скорее всего. Я на это надеюсь. Там должно быть еще оружие. И, кстати, да, может быть, по мостику надо было пройти. Злобный марсианский ясь угрожает мне. А я не трачу, я пси-энергией бью. Может, кстати, этого президента вообще пси-энергии желательно валить. Хрен его знает. Посмотрим. Главное аккуратненько завалить их. Да, в сироп постараюсь больше не падать. Жалко, что... Кстати, что-то я не понял, а почему у меня пси-энергии только 50, когда у меня 200 вроде должно быть максимум. Это у меня президент, что ли, откачал ее? Такой, что ли, прикол? Непонятно. Хагнули псю у тебя, да? Сволочи. Окуснул таки меня, гад. Да ёп! Суки! Ладно, тут еще жизни хватит, я думаю, мне восстановиться. Так.
Кстати, можно чуть подлечиться, между прочим. Сейчас езя вытянем остатки. Я просрал все полимеры. Оружие есть. Жизни не хватает. Синергии мало. Я не знаю, может быть, щит вообще щитом пользовался. Хрен его знает. На этом президенте. Можно попробовать, в принципе. Так, и с чего мы начнем? С простого, наверное, оружия. Там вся энергия лежит. Так, а тут что? Тут тоже. Ага, лежала, точнее. Какая-то жесть. Не, тут еще две попытки на все это дело. Remember, the orb is the source of psionic power. Krieger knows you're on the way, but the world's depending on you. Красота просто. Просто красота. Щит, короче, это не вариант против него, походу. Должен умереть был. Почему он не помер? Не, я думаю, все-таки я его завалю так. Я на это надеюсь. Так суровые, а представляете, у меня еще управление тут настроено нормально. Как на современных джойстиках. Ну, то есть на современных консольных шутанах. Представляете, как играть в оригинальном управлении? Ну, это хард, правда, но все равно. Хард должен быть сложным, но бороться надо, чтобы не с управлением, чтобы было, а... преодолевать сложности именно игры. Так правильнее. Как мне кажется.
Если я тут застряну, посмотрим тактику на этого чувака. Может, что как-то валить надо особо. Вот этот его разряд, он, конечно, наносит колоссальный урон. Разряд президента. Скорее мышку забыли прикрутить. Так на карасях я фармлю пси-энергию. Вот в чем прикол. Хотя сейчас я уже ее нафармил. А что, все, что ли, у меня патроны жили есть? Еще один карась. Не один даже карась еще. Это говорят, там рыбы в пруду нет. Я тут ни при чем. Так, жалко, нельзя вернуться, конечно, вот на сюда, на поляну. Вот как-то странно тут берутся эти обоймы. Я не понимаю. Вот смотрите, 152 патрона, да? Чё за нафиг? Какой-то рандомный... Рандом. Ну чё ты не берешься там? Смотрите, мне даже не говорят, что у меня типа патронов много. Какой-то хитбокс это я... У этой штуки кривой, что ли. Я не понимаю. А, вот, смотрите. Ну вы сами все видели, да? Сколько я раз мимо нее прошел. И она только что взялась. Теперь у меня 170 патронов. Так, а это тоже, что ли? Да, и это теперь взялась. Красота просто. Канистра. Очень странно. Может, это из-за того, что у меня плагин врублен, который полигоны исправляет. Из-за этого такие глюки. Так, как же его мочить? С чего начинать? Я думаю... Обычным оружием тут пользоваться не вариант, зеленым. Короче, хрен знает. Я в шоке. Пси-энергии то ли мне лечиться лучше, то ли долбить его. Сейчас я тебе покажу. Да ну нафиг, блин. Remember, the orb is the source of psionic power. Херня какая-то. Krieger knows you're on the way, but the world's depending on you.
Опять все заново. Жестокая игра. Точнее, жестокий последний босс. Я никак не рассчитывал, конечно, на такую подставу. Мне, конечно, подозревал, что может босс последний, но вот... что он будет такой упоротый. Я никак не ожидал. Есть какие-нибудь советы? Стреляй пулями, а не псю. Это магия, ну да, в какой-то степени. Пси-магия. Если б не удар еще этот его. Я сейчас просто еще начал в него палить ружьем. Которая отдачу дает сплэш. Поэтому и сдох. Наверное, за колоннами надо бегать, я думаю. И мочить этого урода. Это самый действенный способ. Не за колоннами, за этими кривыми, непонятными щупальцами какими-то. Что это вообще? Собрать главное. Ясь. И сюда. Вот за столбиками, конечно, получается прятаться нормально. Он иногда начинает стрелять бомбами сам наводящимися тогда. Уже не спрячешься. Потому что он сам перемещается. Надо отходить, тогда они меня дамажат. А сбивать их можно только пистолетом, который кончается. Так, вблизи вроде все. Так, ну опять начинается. Опять нас не берется эта хрень. Что такое с этой обоймой? Почему она не берется? Я не понимаю. Щит юза, если бомбы летят. Тогда я стрелять не смогу пси-энергии, если щит буду юзать. Мне нужны патроны пистолетные, они хорошо сбивают эти бомбы. Они не берутся почему-то. Какой-то баг реально. Кто берется, то нет. И не пишется даже, что у вас полная обойма. Президента случаем не Сталина зовут, а то тоже довольно потный, любящий расстреливать. Ну как же мне взять эти... патроны. Какой-то баг реально.
флешбэк эмулятора. Ну что, надо идти тогда на президента. Оружие в стиле стимпанк круче сделано, чем в Биошоке. Блин, ну как же без этой обоим это быть? Значит, предлагаете щит юзать. Даже не знаю. Так, начнем с... Дробаша. Так, где ты, тварь? Ходи, подлый трус. Где ты там лазишь? Президентская рожа. Шарики чертовы. Посмотрите, сколько у него их. Может, тут надо носиться? Да, нормально все будет. Закончит он когда-нибудь стрелять ими. Да, охренеть, а тут ничего и нету. Красота. А, у него фазы, походу. Фазы. Лютый чувак. Вот, видите, чем все это дело закончилось. Опять надо сначала миссию проходить. The orb is the source of psionic power. Krieger knows you're on the way, but the world's depending on you. Похоже, президент планирует баллотироваться на второй срок. Еще как планирует. Честное слово, сделали бы лучше босса, босс уровень. Зачем вот так, такую дичь делать? Сначала проходи, получается. Раскладывать всех чертовой матери.
Надоело. Надоело. Тут еще патроны, возможно, экономить нужно. Для этого президента. Давай игру сначала, да, без сохранений. Если бы я знал, что так будет, я, может быть, нормал выбрал с этим президентом. Потому что он не должен так карать, с учетом того, что у меня еще управление настроено. Как не должно быть. Как это на джойстике на обычном проходить? Интересно мне. Интересно, сколько у него жизней? Этого чумозоида. А, стреляйте, стреляйте, а я поехал. Чувачки. Президент еще тот тип все-таки. Вот здесь все берет, сами видите, вот эти аптечки. Не аптечки, эти обоймы. Все, я разозлился, я должен всех убить. Быстро, быстро. Ох, какой опасный тип. Зачем выпускали вторую плойку, если на первый такой графон можно было запилить, местами не помнишь, первая это или вторая? Ну, это так кажется, на самом деле на второй-то лучше он. Опасные типы кругом. Это уже вроде конец этого подуровня. Уровень-то не очень большой, к счастью. Для меня.
насколько я помню. Если я ничего не забыл. А я мог забыть. Я человек забывчивый. Так, вот здесь какая-то будет заваруха. А, ну отлично, чё? Так, а сколько у меня? У меня в этот раз... Знаете что, мне кажется, надо сэкономить было оружие всё-таки вот на этом уровне. Сюда приходить. Хотя сейчас мне тоже ещё дадут. Кепку забыть? Где? Какую кепку? Кто? Ну что, изи, давайте. Давайте-ка сюда. Съесть тайм. А где надпись Checkpoint Reach? Все дела. Что-то я не понял. Только бы не сдохнуть. Президенте. Так не хочется умирать. Так, аптечка-то мне тут хватит. Интересно. Может, стоит подлечиться? Как страшно-то. Интересно, ухо из этих ребят. Ухо из этих ребят получается тоже кусачий. Я бы не стал есть уху из таких вот товарищей. Неизвестно, чем это может закончиться для простого русского человека. Все-таки куснул, зараза, а? Да, бывает, бывает. Президент бывает тоже кусачим. Интересно, сколько у него фаз у этого президента? Две или... Хотя он вроде переходит обратно. Мне так показалось. Из одной фазы в другую. Опять эта аптечка ни хера не берется. Так, ну вроде все. Вроде...
Вроде я все собрал. Идем умирать опять. Как вы считаете, стоит умереть в этот раз или нет? Или не надо? Кстати, в этот раз у меня меньше гораздо патронов для пистолета. Это печально. И опять эту чертову обойму я не могу взять. Что за херня? Я просто не понимаю. Ладно, идем умирать. Наверное. Даже не знаю, что тут лучше. Лечение ставить, что ли? Может, и действительно щит. Хлебнуть воды служит для храбрости. Мне и так меньше здоровья, чем хотелось бы. Ладно, пойдем. Надо в конце концов. Давай, умирай уже, козел. О! Пошла фаза опять другая, походу. Опасные дела. Варятся. Блин, неужели это конец? Да, у меня не осталось никакого оружия. И вот что тут с ним делать можно, интересно. Установили пси-энергию. Это неплохо, конечно. Это что за новости? Чем он таким пуляет? Ошибись. Так, ну давайте попробуем собрать все энергии побольше. Если это возможно вообще. Блин! Можно попробовать тут подфармить это все, конечно, но это непросто. Давайте.
будем пытаться выжить. Пока чат я, конечно, не могу читать, уж извините. Тут бы не сдохнуть нахрен. Походу вот этим терабластом его на самом деле бить нужно, судя по всему. Я думаю, очень большой вероятностью. Нужно подлечиться. Подлечиться и подфармить опять этих штук, когда они появятся. Они наверняка появятся. Ага, вот они уже появились. Оп. Опять не в этой хрени запулим. Только кружить, только кружить. Чуваком с этим. Хорошо, хоть он свой этот удар больше не делает. Ага, вот так. Так, отлично. Фарм, фарм. Ну, давайте, появляйтесь, спасительные шарики. Красота. Еще немного. Еще чуть-чуть. А, так. Вот и шарики. Так, можно наказывать чувака. Ура, ура, ура! Сука, умри! Умри, падла! Есть ее, товарищ! Mission complete. And remember, cadets, if you can survive Lightstormer training, you'll bear the awesome responsibility of defending global democracy across the reaches of space. And cut. That was great, Jack. Look, I know you want to get back to being a Stormer, but being interim president does have a few perks. Ну, классик просто. По классике концовка. За кого голосовать буду? За себя. You rock, see you next game. Не, ну чё, вообще игра прикольная. На самом деле. Может, кое-какие уровни подзатянуты, конечно. Но если играть на нормале, то, я думаю, не так всё страшно.
все-таки удалось мне одолеть этого президента. Тут получается, походу, надо вот эти две фазы, главное, пережить, подамажить его, потом даже проще становится, в принципе. Я думаю, так как управление на джойстике PS1 тракторное, то есть вперед-назад жмешь, и он поворачивается еще, когда влево-вправо. Тут, наверное, и расчет на то, что будешь бегать по кругу. Не зря много колонн и такого пространства, ну, достаточно. Скорее всего, так и задумано его убивать, мне кажется. Увидим в следующей игре Юрок. Таки вышел плохой из него. Из меня хороший. Но вообще последние уровни мне меньше понравились, чем вот на предыдущем стриме. Поинтереснее были уровни с реактором там и прочим. И все, нас обратно возвращают в меню. Мы прошли игру, мы крутые. Новой сложности, я смотрю, вроде никак не открылось. Нужно проверить, начав новую игру. Не-а. Ну вот нету сложности, не знаю тогда, почему так. Может, тут паролем именно сложность можно вводить. Где-то читы надо было узнавать. Возможно, так. Ну чё, на сегодня это все тогда. Увидимся завтра. Завтра я, наверное, буду стримить какую-нибудь денди, скорее всего. Ну не какую-нибудь. Узнаете завтра. Ну, точнее, хотя я могу сказать, если буду стримить, наверное, буду стримить Баки Ахар и Трехглазика, скорее всего. Так что, да, всем спасибо, всем пока, увидимся завтра.